Здравствуйте, мои дорогие зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Получила от мастера Оли город Асбест вот такую посылочку. Ну и назвала ее «Радужные льдинки». Давайте посмотрим, наверное, вместе. Приготовила сразу фонарик. Родонит орлец. Шикарные серьги по 4,5 грамма на ушко. 5500 рублей. Россия. И посмотрите, вот такие швензы, хорошо занижен штифт, и на ушках будут вот таким образом, смотрите, вот так на просвет будут сережечки. Шикарные, шикарные, сказочные просто серьги. Так, родонит орлец, Россия, 5500 рублей. А длина серьги... Так, сейчас, минуточку. Длина серьги 5,4 миллиметра. Вот такая красота. Так, еще фантастика. Это цитрин Бразилия. Смотрите, красота из красот. Те же самые серьги, занижение 3 миллиметра на любой прокол и на любую мочку. А вес одной серьги 5,5 грамм. 5,5 грамм. 4700 рублей. 33 карата. Длина серьги. Сейчас посмотрим. 4 сантиметра. Вот так. Еще сережечки тоже у нас леденцовые. Это аметист лавандовый. Красота из красот. Серьги статичные. Петля на любой прокол и на любую мочку. 20,2 карата аметист. Бразилия, 5500 рублей. Вес одной серьги 3,8 грамма. Длина одной серьги 3,2 миллиметра от места прокола. Вот такой высоты камни. Зеленый флюорит очень сильно напоминает берилл. Прям вот если бы не структура, характерная для флюорита, ну, вот прям сильно-сильно напоминает. 11,6 грамма вес изделия, 18 размер колечка. Флюорит Карелия 4400 рублей. Хотя я бы сказала, что он на размер 18,5. Колечко большемерит. Ну, 18,5 точно. Смотрите, шинка не замкнута, поэтому вот... 18,5, хотя кальцимер показывает 18,4400 рублей. Серьги
Великолепнейшие. Можно к этому кольцу, можно отдельно все. Пожалуйста, серьги статичные. Льдинки-льдинки травяного цвета. 6,7 грамма вес одной серьги. 47,6 карата. Флюорит Карелия 4500 рублей. Длина серьги 3,2 миллиметра. Вот такой высоты камни. Редкость редкостная. Давно у меня не было серег с чароитом. А чароита экстра не было вообще от слова. Даже не помню, честно, когда они были. Но, наверное, года полтора назад. Смотрите, 5,6 грамма вес одной серьги. На любой прокол и на любую мочку занижение штифта 5 миллиметров. Чароид экстра 6900 рублей. Россия. Так, и хочу показать вам, во-первых, чароид без подложки. А во-вторых, вот смотрите, как интересно. Он частично прозрачный. Вот так. И вот, смотрите. Вот так. То есть он частично прозрачный. Так, что еще? Второй ряд. Это оранжевый кианит Танзания, тоже большая редкость. 6900 рублей, 8,6 карата. Вес изделия 8,3 грамма. Размер 16,8-17. Вот, знаете, Оля тоже читает ваши комментарии вот в таком изумительном оформлении. Нужны маленькие размеры? Пожалуйста. Все, пожалуйста. Эта сказка. Эта сказка идет вместе вот с этим подвесом. Это набор. Они из одного кристалла. Тем, кто не носит подвес, ну, простите, ну, вот так. В данном случае вот так уж. На что Оля лояльно вот идет навстречу всем, ну, тут без вариантов. Красота из красот. Турмалин рубелит слайс Забайкалье. Подвес стоит 3900 рублей. Серьги стоят 10600 рублей. Итого набор 14500 рублей. 14500 рублей. Турмалины в ограночке. Вот в швензах. Смотрите, швенза на мелкую и среднюю мочку ушка. На полную и высокую мочку не пойдет. На мелкую и среднюю мочку. Смотрите, какая красота. Вот так. Далее. Так, это гранат альмандин великолепнейшего качества. Вот такие ягодки на любой прокол и на любую мочку. Так, 2,8 грамма вес одной серьги. Серьги абсолютно не тяжелые. Гранат альмандин 5900 рублей. 11 карат. 11 карат.
Занижение штифта 2 миллиметра. Смотрите, вот так будут у вас на ушке. Вот такие ягодки. Так, тоже редкие камни в следующем сете. Это марганит и турмалин в ограночке. Марганит или розовый берилл, или воробьевит еще называют. Это все название одного и того же минерала. По большому счету это розовый берилл. Вот такие вставочки, 7900 рублей. Марганит плюс турмалин. 12,3 карата марганит. Вот так. Швенза без занижения штифта на мелкую и среднюю мочку ушка. Красота из красот. Так, есть у меня колечко с марганитом. Колечко маленького размера, 5,4 грамма вес одной серьги, 6,5-6,7, 3900 рублей, марганит Бразилия, 6,1 карата. Вот такой высоты камень. Очень стильное кольцо. Вот так. Можно к серьгам, можно отдельно, а тут все можно отдельно. Так, еще вот такие серьги пришли. Опал 3,9 карата, опал Орликин Эфиопия 16 003 и 0,1 грамма вес одной серьги. Красота воистину орликиная. Занижение штифта имеет место быть на любой прокол и на любую мочку. Вот так. Далее третий ряд. Берилл Урал 14 600 рублей. Вот так колечко выглядит в профиль. Здесь 1,6 карата. По большому счету это изумруд. Берилл от изумруда отличается только цветом. Ну вот, по большому счету это изумруд. Средний Урал. Так. Это, ну, и биться сердце перестало. 19-19,5 размер. Вот в таком шикарном обрамлении. 1,7 карата. Опал Орликин Эфиопия. 8800 рублей. 3,1. Так, давайте вот так покажу. Красавец. Вчера, по-моему, позавчера показывала серьги вот к этому кольцу. Вы знаете, вот из всей посылки больше всего зацепили вот эти серьги. Сочетание хризолита и альмандина. Это вообще это нечто. Вы знаете, они настолько яркие, настолько вот высочайшего качества альмандины.
Так, на мелкую и среднюю мочку. Гранат Альмандин и хризолит Карелия. 7600 рублей. 8,9 карат. Это у нас Альмандин. 2,3 грамма вес одной серьги. Вот так будет на просвет. Красота. Длина серьги 3,5 сантиметра. Так, вся видео и фотосъемка по запросу. Еще серьги, берилл и турмалин в ограночке. Красота из красот. Так, 0,5 карата бериллы, 2,1 грамма вес одной серьги. Вот такие серьги на любой прокол и на любую мочку. Занижение штифта 1 миллиметр. Будут сидеть на ушке. Дорогой камень. Сейчас в связи с долларом цены вообще взлетели на него, но вот такой танзанит шикарнейшего качества. Танзанит негретый, 3,6 карата, 8800 рублей. 4,3 грамма, 16,5-17 размер. Великолепнейшего качества камень. Сказочный, просто сказочный опал, арлекин. Про качество я молчу. Тут и ох, и ах, и стиль выдержан. 17 размер, 1,7 карата. Опал арлекин Эфиопия, 7700 рублей, 3,5 грамма. Давайте просто полюбуемся камнем. Значит, для тех, кто первый раз зашел на мой канал, рассрочку я имею возможность предоставлять. Все, пожалуйста, смотрите, какой танзанит. Это негретый танзанит, 6 карат, Танзания, 17600 рублей, размер 18. Вот так будет на пальчике. Великолепнейшая игра. Вот так. Так, ну и совсем редкость, редкостная. Это самые дорогие гранаты, демантоиды. В белом родии, месторождение Урал, 19 размер, колечко 16500 рублей, 6,4 грамма, колечко унисекс. Вот так будет смотреться самый дорогой вид граната. Гранат демонтует. Так, и есть у меня серьги с демонтоидом, тоже в белом родии. Изделия родированы с демонтоидами. Месторождение Урал, демонтоиды 2,5 миллиметра, 18200 рублей, 4,3 грамма вес изделия. Вот на этом давайте и закончим. Игра, ну, просто фантастическая. Вот зеленые бриллианты их еще называют. Красота.
Так, ну, на этом все. Будьте здоровы и всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна.